Дорогие друзья и гости канала «Люблю готовить сама», рада вас приветствовать на нашем канале. Сегодня я для вас приготовлю слоеную выпечку с самой вкусной начинкой. Выпечка получается хрустящей, ароматной, вкусной. Оближите пальчики. Ну что, начнем готовить. Для самой вкусной начинки нам понадобится фарш. Здесь у меня 500 грамм. Фарш у меня смешанный, свинина с говядиной. Далее добавляю мелко нарезанный курдюк. Добавляю мелко порубленный лук. Вы можете его нарезать вручную. Я все рублю в измельчителе. Лука у меня здесь 3 головки. И добавляем специи. Специи и соль. Соль по вкусу и специи, которые вы любите. У меня специи здесь смесь. И кориандр, базилик, хмели, сунели. Вы можете добавить свои. Все перемешиваем в однородную массу. И самая вкусная начинка для слоеных пирожков у нас готова. Берем слоеное бездрожжевое тесто. Раскатываем. Далее я разрезаю на 4 части. И так в каждый квадрат выкладываем самую вкусную начинку. У меня уже здесь заготовленный противень. Смазываем желтком. И посыпаем кунжутом. Я делаю разный и белый, и черный. Далее отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут. Ну что, дорогие друзья, вот такая у меня шикарная получилась выпечка. Выпекалась 20 минут. Ну что, у меня уже бегут слюнки, я ждать не могу. Будем пробовать. Посмотрите, она какая. Это очень вкусно. Дорогие друзья, невозможно оторваться. Прям облизываешь пальчики. Ну что, дорогие друзья, всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.